привет! Это передача «Школа ремонта» на канале «Макотикс» от «Там сразу». Уголок, который армирует угол. Есть такие наборчики 6, 8, 10. Ну, соответственно, они бывают разных типов размеров. Бывает многоштучка уже, это 10-штучная десятка. Собственно, будем сравнивать два бура по бетону, то есть один двухкромочный, вот этот, и, соответственно, четырехкромочный 5X. Ну, собственно, посмотрим, в чем разница. То есть здесь у нас имеется блок с арматурой, то есть эта арматура проходит через весь блок, в металлическом кубе она зажата и залит бетон. Для того, соответственно, чтобы бур по бетону, должен мурить бетон. Собственно, двухкромочный бур. Да. Можно сверлить дальше, пока не заклинило. Все. То есть работала муфта защитная, то есть у вас бур уперся. Да, теперь мы вынимаем, соответственно, бур, оттягиваем юбку и ставим 5X. Прошу. А я думал, ну сразу сверлить. Нет, это двухкромочный бур. Я понял. Соответственно, он, получается, он застревает между арматурами, поэтому он не может... А сразу этим не просверлит арматуру? Просверлит. Мы показали, что заклинил этот бур, и сейчас посмотрим, как... Это понятно, лебедьковый. Ариэль, выключили? Ну что, еще немного, это металл, он в любом случае просверлится. Чуть-чуть подольше подержите, это металл. Это уже третий пошла, третий ряд. А, ну, видимо, да, уже отверстие. Про... Вообще идет как будто, короче, как будто там нету. Все верно. Для этого он и нужен. Вот это реальная вещь. Три арматурины, просто, ну, я думаю, что достаточно показательно. Да, на самом деле мы металл сверлили, обычно листовой, вот этот кубик мы переворачиваем, то есть здесь сколько, миллиметра три, наверное, четыре, просто переворачиваем его на бок и делаем отверстие. Точно так же он может сверлить и металл.